О нет, ребята, смотрите, это же монстры Тревора Хендерсона, и они хотят нас съесть. Эй, ютубер, остановись-ка на минуточку. Не ешьте нас, прошу вас. Мы же не сможем записывать ролики для наших любимых подписчиков. А любят ли ваши подписчики так же вас, как и вы их? Да, конечно, они любят нас. Они готовы все что угодно выполнить, любые требования. Любые наши требования? Да, любые. Прям любые-любые? Любые-любые. Ага, ну тогда, подписчики, успейте поставить лайк за 5 секунд и подписаться на канал. И тогда я не съем ваших любимых ютуберов. Считаю до 5. Да, ребята, спасите нас. Поставьте лайк и подпишитесь на канал за 5 секунд. Спасите нас, правда. Раз, два, три, четыре, пять. О, и правда успели. Ну ладно, ладно. На сегодня можете жить. Хей, ребята, всем привет! Я запустил новый канал с мультиками про монстров Тревора Хендерсона. Он называется «Сирена Студио». На этом канале уже вышел первый мультик «Сиреноголовый против Домоголового». Обязательно его зацените. Ссылочка, конечно же, находится в подсказке и в описании. Я думаю, вы, ребята, уже понимаете, зачем мы сегодня здесь собрались и почему эти монстры именно вот так вот стоят, от меньшего к большему. А все потому, что у нас сегодня, ребята, будет сравнение размеров монстров и титанов Тревора Хендерсона. Да, ребят, сегодня будет специальный выпуск именно самых-самых больших творений Тревора Хендерсона в Гаррис моде. Ну и с вами, как всегда, я Слайкмаст, ну и, конечно же, Дарк. Всем хаюшки! Сегодня, да, ребят, будет специальная подборочка сравнения размеров самых больших созданий творений Тревора Хендерсона в игрушке под названием Гаррис мод. Ну и мы, в принципе, друзья, начинаем. С вас реально много-много лайков, потому что, ребят, их всех мы выставляли. И тут даже есть кое-какие эксклюзивные титаны и монстры Тревора, которых пока что вы больше нигде не увидите. Так что, друзья, давайте наберем на этой серии 10 тысяч лайков, и у нас выйдет еще одна новенькая подборочка титанов и монстров Тревора Хендерсона. Также, ребята, приходите ко мне на съемочки в мой дискорд сервер, ссылочка находится в описании. Мы, ребят, сейчас набираем активно много-много игроков для съемок с подписчиками в Гаррис моде. Так что, друзья, приходите, ссылка в описании на мой дискорд канал. С вас, ребята, много-много лайков, не забывайте оформлять подписку на мой канал, жмите на колокольчик, и мы, ребята, начинаем. Ну и, ребята, первый у нас это никакой не монстр Тревора Хендерсона, никакой даже DCP-объект. Это, ребята, обычный человек. Security, какой-то, ребят, охранник. Он здесь, ребят, стоит специально, чтобы вы видели, насколько большие наши монстры Тревора Хендерсона. Ну и, ребята, первый монстр Тревора Хендерсона в нашей сегодняшней подборке это Cartoon Cat или же мультяшный кот. Нереально, ребят, так скажем, известный, да, популярный, хайповый монстр Тревора. И он, ребят, видите, совсем немножко больше, чем человек. Ну как? Человек ему ниже, чем плечо. То есть, ребят, получается, ну, человек где-то 1,70 м, 1,80 м. Ну, а Cartoon Cat что-то в районе 3 метров примерно. Это, ребят, чисто чтобы сравнить размеры. Ну и следующий сразу же у нас идет, конечно же, один из самых маленьких, ребят, сегодня монстров именно в этой подборочке. Это сиреноголовый Siren Head. Вот он, смотрите. Он, ребят, реально гигантский. Вот сравните размеры Siren Head'а и нашего человека или Cartoon Cat'а. Очень, конечно же, да, ребят, большой наш Siren Head. Вы видите, просто гигантский. Так, ребята, следующий у нас мутант многоголовый. Или же темный сиреноголовый. Видите, ребята, огромное-огромное мутантище. У него много-много сирен. И он, ребят, чуть побольше, чем обычный сиреноголовый. От мутации, видите, он даже посидел. Большой, ребята, сиреноголовый многоголовый. Потом, ребята, один из самых маленьких из больших монстров Тревора. Это домоголовый Хаусхед. Большущий, ребята, монстр. Если обычный сиреноголовый где-то 12 метров в высоту, темный где-то, ну, около 14 примерно, то, ребят, домоголовый где-то уже примерно метров 30-35, где-то примерно, ребят, вот так вот он, может даже чуть побольше. Следующий, ребята, у нас идет живой дом, или живой небоскреб, или же, ребята, высшая стадия эволюции, да, высшая стадия развития нашего домоголового. Он, ребят, сравните, какой вот большой уже. Вот такой вот, ребят, живой дом. Или живой небоскреб. Он уже где-то в районе 45-50 метров в высоту. Где-то примерно вот столько. Окей, друзья, следующий у нас всеми вами известный желейный рот. Джелли Маус. Смотрите, ребята. Огромный желейный ротик. Он его еще, ребят, больше. Больше откормить. Да, ребята, его можно еще больше откормить. Он, ребята, растет от еды, то есть от людишек, которых он съедает. И может разрастись до размеров. Таких размеров. Да, ребята, просто титана какого-нибудь. Бегемота, возможно, даже. Но стандартная средняя особь нашего желейного рта именно вот такая вот. Где-то, ребят, примерно, ну, метров 50-60. Может, даже около 70.
в высоту. Следующий, друзья, первый титан. Именно реальный, ребят, официальный, так скажем, титан, гигант. Это у нас огненный титан Гексапод. Он реально, ребята, огненный. Вообще он имеет две стадии. Вот такая, друзья, огненная. И вот такая вот обычная, как Breaking News. Вы видите, да? Чем-то он, ребята, напоминает. Срочные наши новости. Кстати, ребят, Breaking News, видите, следующий. Огненный, ребят, он не просто так, видите, он реально прям горит. Он реально лавовый. И что еще? Кстати, он боится воды. Угу. То есть он, ребят, получает урон от воды. То есть, в принципе, вода тушит огонь, лаву. И он, ребят, помирает от этого. Так, следующий у нас Breaking News. Срочные новости. Сравните, ребята, размерчики Breaking News нашего гиганта, например, с сиреноголовым. Я думаю, вы, ребят, понимаете, что это за огромный вообще, ребят, монстр. Это, кстати, один из самых маленьких титанов. Конечно же, после Гексапода. Так, ребята, следующий у нас Вебкракен. Довольно-таки уже большой, ребят, монстр. Титан Тревора Хендерсона. Вот, ребят, сравните с Breaking News. Он чуть-чуть побольше из-за своих щупалец. Не сильно, конечно, ребят, больше, чем Breaking News, но все же побольше. Большой, ребят, вот такой вот, да, титан, у него много-много щупалец, и он, ребят, крайне опасный. Очень, ребят, опасный, не хотел бы с таким вообще хоть как-то встретиться. Ну и, ребят, эксклюзивный гигант, это не совсем титан, это, ребят, мутант. Мутант, сирена-паук, паук-сирена. Да, ребят, это получается лапки паука, и у которых сверху, ребята, выросла целая сирена, сиреноголового. Вот такой, ребят, огромный монстр, титан, мутант. Его вы, ребят, нигде больше не найдете, как у меня на канале. Видите, как он, ребят, большой и огромный. Ого. Он, конечно же, даже больше, чем наши титаны Гексапод, Breaking News и Вебкракен. Большой довольно-таки. Ну и, ребят, смотрите, у нас получается примерно желейный рот, ну, где-то метров 60-70, Гексапод где-то под 80, Breaking News где-то 100-120, Вебкракен где-то 130, да, а, ребята, Паук-Сирена где-то, ну, метров 150, где-то около того. Довольно-таки, да, ребят, уже большие размерчики начинаются. Ну и, ребята, следующий у нас крайне светящийся титан Тревора Хендерсона, гигант, ребята, это небесные щупальца, Sky Tentacles. Да, надеюсь, вы как ему не слепнете от этого. Капец, ребят, это мы, кстати, еще версию заспавнили, которая минимально еще светится. Очень, ребят, большой тоже, видите, гигант. Это такие щупальца, которые появились из ниоткуда и уничтожают, ребят, целые города, целые поселения, людишек, военную технику, вертолеты, самолеты, короче, все, что туда, ребят, попадает, в эти щупальца, конечно же, все, уничтожается. Что, мне кажется, съедобно. Угу. Да и в целом, ребят, непонятно, зачем они вообще убивают. Возможно, даже не кушают, а для чего-то для другого. Многие, ребят, монстры Тревора Хендерсона, не факт то, что даже именно едят людишек, да, просто убивают, знаете, так по кайфу, потому что так нужно. Ну да, вы же не будете питаться крошками на полном серьезе. Вот и им зачем. Ну, кстати, да, ребят, для некоторых монстров и титанов люди это реально просто крошки какие-то. Так, все, и мы, ребят, удалили только что Sky Tentacles, небесные щупальца, потому что от них, ребят, просто глаза вытекают. Они такие яркие, нереально просто яркие. Так, ну и следующий монстр Тревора Хендерсона, это день 17-й. Смотрите, ребятки, огромный день 17-й. Вообще, ребят, именно во вселенной Тревора этот монстр 5000 метров вроде в высоту. А день 18, по-моему, то ли 4, то ли 5, то ли 6 тысяч метров в высоту, то ли даже 8 тысяч метров в высоту. То есть эти, ребят, монстры нереально большие. Все очень-очень здоровые. Да, ребят, очень-очень здоровые. Прям нереально такие здоровые. Представьте, 5 километров в высоту. Это этого монстра, ребята, издалека будет видно. Не то, что даже издалека, а с другой какой-нибудь точки планеты или какой-нибудь страны. Окей, ребят, что имеем, то имеем. В Гаррис моде это у нас где-то примерно около 200, может, 250 метров в высоту. Но опять же, это, ребят, игра. Так, следующий, соответственно, день 18. После день 17. Чуть-чуть, ребят, он побольше, вы видите, да? Повыше, совсем слегка. Его самая высокая точка. Вот такой, ребят, день 18 и день 17. Так, следующая, ребята, угадайте, кто это. Это великая мать Мегафон. Ее на самом деле нету в Гаррис моде, в паках. Это, ребят, такой вот эксклюзивный монстр, которого вы нигде больше вот так вот не увидите. По крайней мере, да, ребята, в Гаррис моде. Вот такая Great Mother Мегафон, великая мать Мегафон. Она, ребят, чуть побольше, чуть повыше, чем день 18. И нереально, конечно же, сильная. У нее, ребят, вместо сирены вот такой вот мегафон огромный. Это, ребят, если что, королева сиреноголовых. Мать, да, великая мать сиреноголовых. Она, ребят, призывает сайренхедов. Он может сравнить обычную сиреноголову по размеру с ней. Вот, да, смотрите, ребят, сиреноголовый.
А вот Великая Мать Мегафон. Великая Мать Мегафон примерно, ребят, 150-200 метров в высоту. Возможно, кстати, даже здесь она чуть-чуть побольше. Чуть даже побольше разрослась. Или наоборот поменьше, кто знает. Ну, кстати, да, может она, ребят, и побольше, чем даже здесь. Но вроде как, примерно по официальным данным, 150-200 метров она. Может, чуть меньше, чуть больше. Так, ребята, следующий небесный крикун или же скайскример. Если что, это, кстати, ребят, мультяшный монстр. Он призывает мультяшек наших. Мультяшных монстров, мультяшного кота, пса, котопса, мышь и кого там еще. Особенно сильно ранить. Угу. Не знаю, кстати, мультяшным демоном призывает, нет? Кого там, ребят, да, вроде он еще призывает, может, даже демона. Это, ребят, небесный скример, небесный крикун. Вот такой вот прикольный летающий осьминог Тревора Хендерсона. Вообще, да, ребят, у нас есть жаба Тревора Хендерсона, осьминог Тревора Хендерсона. Там, не знаю, лошадь Тревора Хендерсона, например, Большой Чарли. Да, ребят, чисто какая-то лошадь. Динозавр Тревора Хендерсона. Это бегемот, кстати, вот, ребята, он. Так, друзья, следующий у нас монстр Тревора. Это Remain Indoors. Точнее, ребят, это Титан. Оставайся в помещении. Он чуть побольше, чем, чуть повыше, чем наш небесный крикун. Совсем, ребят, не намного, но все же повыше он будет. А так как у нас все-таки сегодня подборка сравнения размеров, то, ребят, он больше, соответственно, идет дальше за крикуном. Вот такой, ребят, огромный-огромный какой-то динозавр. Напоминает дреношеевого динозавра по типу диплодок или что-то в этом роде. Кто шарит динозавра, кто знает, кто такой диплодок. Вот такой, ребят, смотрите, динозавр с длинной-длинной шеей и какими-то щупальцами на животе. Прикольно довольно-таки выглядит. Так, ребята, следующий бёрдвотчер или же орнитолог, или же смотритель птиц. Смотрите. Вот такой, ребят, большой-огромный титан. Он, ребят, кстати, атакует как цыпленок, клюет, ребят, как цыпленок. И имеют такие вот огромные, смотрите, какие-то рога и множество-множество щупалец, с помощью которых он, ребят, хватает своих жертв. Так, ребята, ну и после смотрителя птиц у нас идет день 2027, или же туманный гость. Вот такой, ребят, смотрите, большой, огромный шестиногий титан. Какая-то, ребят, знаете, ящерица. Чем-то напоминает кого-то, знаете, либо кузнечика, либо ящерицу. Лапы, кстати, реально, ребят, похожи на кузнечика. Во-первых, коленки, видите, ребят, в обратную сторону, да? Вот эти сгибы. Плюс, сами по себе, ребят, ноги похожи, с шипами, с такими вот. Прям реально какие-то ноги кузнечика. Вот такой, короче, да, ребят, кузнечик Тревора Хендерсона. День 2027, либо же еще одно название, это хотя, туманный гость. Похож на какую-то мутированную блоху. Ну, кстати, может быть, ребята. Они тоже прыгают. Кстати, скайскример, или же небесный крикун, еще называется мальчик 20-го столетия, или же 20 century boy. Короче, да, ребята. Мальчик 20-го столетия, такие почему-то вот называется. Были в 20-м столетии. Ага. Так, ну и, ребята, после нашего день 2027, или же туманного гостя, наконец-то у нас идет бегемот. Да, я, кстати, думаю, наверное, его давно уже все видели на фоне. Угу. И вот, да, ребята, трудно не заметить, он слишком большой. Вы только посмотрите. Давайте сравним его, ребят, размерчики. Так. Вот, летаем. Видите, ребят? Он просто гигантский, конечно же. Он, ребята, в длину, как практически все эти монстры. Особенно, если еще считать его хвост. Слишком, друзья, большой и опасный монстр Тревора. Видите, ребята? Рот его настолько, ребят, гигантский, что он может, мне кажется, поглотить да сожрать любого монстра, который здесь есть, и даже, ребят, Титана. Ну, короче, да, ребята, такие у нас сегодня были прикольные монстры и Титаны Тревора Хендерсона. Сегодня я, ребята, показал подборочку, сравнение размеров всех-всех-всех наших Титанов. Смотрите, ребята. Вот. Вот они все. Потом переходим вот сюда вот. День 17-й. День 18-й, Великая Мать Мегафон, Небесный Крикун, Оставайся в помещении, Смотритель Птиц, День 2027, ну и, ребята, Бегемот, хо-хо, смотрите, конечно, размерчики. Вот такая, да, ребят, прикольная сегодня была подборка, самые-самые большие гиганты, титаны, монстры Тревора Хендерсона, самые большие творения, которые есть сейчас на данный момент в игрушке под названием Гаррис Мод. Пока что, ребят, больше титанов у нас нету и более больших созданий. Надеюсь, ребят, да, со временем, через месяц, пару месяцев, год или полгода, будет их, ребят, еще больше. Больше титанов и монстров. И мы, ребят, обязательно еще какую-нибудь прикольную подборочку устроим. Самых-самых больших творений. Ну или в целом, ребят, всех созданий Тревора Хендерсона. В общем, да, друзья, вот такая у нас сегодня получилась просто мега-эпичная серия. С вами, как всегда, были Slack Must и Dark. Смотрите, ребят, сколько наших монстров. Даже, ребят, новые огненные титаны сегодня были. О, да, ребят, смотрите, сколько же их.
Офигеть. А эти смотрите какие маленькие, особенно начальные. В общем, да, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем, друзья, пока-пока-пока. Пока, народ.